Всем привет! Вы на канале Лазница, меня зовут Вика, и хочу запустить серию видео с локонами. Очень стала интересна эта тема, и я хочу попробовать разные способы накрутки волос и показать, что получится. Сегодня я покажу два способа накрутки. Один из них мне написала подписчица. Для него понадобятся тряпочки 2-3 сантиметра шириной, так, чтобы они завязались сверху. И понадобятся бумажные квадратики 5 на 5 сантиметров. Получится, скорее всего, мелкие кудряшки, как я понимаю, потому что на эту ширину большие пряди не возьмешь. Приступим. Буду я сначала крутить вот так. Сначала эту часть. То нужно взять тряпочку, взять бумажку и бумажку по центру закрутить. Ох, это будет долго, потому что это очень мелко. Но написали так, поэтому буду повторять так. Так, и накручиваю это все как на бигуди, собственно. Так, кончик я закручу так. И начну кручивать аккуратненько. Я уже представляю, каким я буду бараном. Готово первое бигудя. Берем вторую бумажку. Вторую тряпочку и делаем то же самое. Скручиваем. Надеюсь, что я все правильно делаю. И накручиваю следующую прядь. Не очень всегда любила накручиваться на бигуди, потому что все так вот торчит. Особенно если волосы не одной длины или посеченные. Ну, вроде закрутила. Теперь нужно завязать. Это очень сложно. Но мы не ищем легких путей и продолжим. Так, еще прядки шириной нужно отделять не шире вот этой вот бумажки. Ладно, Вика, ты это начала, тебе это нужно закончить. Хотелось, конечно, все это быстро сделать, но не получится. Так что для вас я все это ускорю и вернусь, когда уже все накручу. Фух! Я больше такого не повторю, и так крутиться я точно не буду, потому что у меня это забрало кучу сил и кучу нервов. Самое легкое в этой накрутке было, это нарезать бумажечки и тряпочки. Ох, хочу посмотреть, что получится. Надеюсь, что хотя бы что-то красивое, ну, что я не зря старалась. Так как я закончила, то я пойду отдохну. Реально, мне нужно после этого отдохнуть. Пусть волосы высохнут, и для вас через несколько секунд, для меня через несколько часов я вернусь и покажу вам результат. Ну что, я уже думаю, пора распускать, посмотрим, что получится. Поехали, поехали, поехали. У-у-у, какая кудряшка. Только ниточки остаются от тряпочек. Ну как? Еще, если будете пробовать таким способом, то веревочки берите подлиннее, чтобы было удобно завязывать. Потому что я взяла слишком короткие. Хоть верхняя прядка красивая получилась. Ну что, получаются вот такие кудряхи. Это очень забавно, но только дома перед зеркалом. Такие хорошенькие кудряшечки. Так, сейчас нужно их как-то разобрать, попробовать. Просто, наверное, вот так руками сделаю. И превращусь или в барана, или в льва. Какие ваши ставки? Ну что, на кого похоже?
Крутила я это все 40 минут. Я посмотрела по записи видео, чтобы вам было интереснее. Да, я думаю, мне было бы интереснее смотреть. Я в конце видео вставлю, как будут выглядеть эти локоны через несколько часов. Как вы видите, локоны получаются этим способом. Есть объемчик. Но для меня это было очень сложно, долго и нет. Это был первый и последний раз, так что... А сейчас мы перейдем ко второму способу, который я подготовила в этом видео, так что не переключайтесь. Ну что, будем пробовать второй способ. Для него нам понадобятся только резиночки. Я взяла вот такие вот обычные, потому что силиконовые не могу найти. Я, наверное, оставлю пробор такой, как ношу. И теперь буду брать прядки, ну где-то такие, и закручивать. То есть, в чем заключается способ? В том, что вы просто вот так вот закручиваете прядь и потом начинаете по кругу вот так вот оборачивать. Пробую то, что сама нашла в интернете. Этот чаще всего встречался способ, поэтому решила тоже попробовать. До этого не пробовала таким накручивать. И теперь завязываю резинкой, чтобы кончик не распустился. Наверное, что-то не вышло. Ладно, попробуем второй. Это заняло у меня минут 10. Очень было легко и просто. Посмотрим, что получится, когда волосы подсохнут. Перед накруткой я высушила волосы почти до конца, ну где-то на процентов 70-80, чтобы еще немножко влажные остались. И за счет этого они быстрее будут сохнуть в таком виде и накрутятся хорошо. Ну что, ребятки, настало время расплетать всю эту красоту. Мне уже самой очень интересно, что на моих волосах выйдет. Сначала поснимаю резинки, а потом уже поразбираю сами локоны. Пораскручиваю. Закручивать это все было очень быстро, очень легко. Я очень надеюсь на хороший результат. Ну, в принципе, вот и все, для чего мы собрались. Вот накрутка, все готово, я пошла. Аккуратненько постараюсь это все разобрать. Давай, ложись хоть как-то покрасивше. На таких волосах, как у меня, сразу видны все недостатки какого-либо способа. Потому что у меня сразу остаются вот такие заломы, волос у меня немного. Получились такие волны, больше как волны, а не кудряшки. Ну вот сама текстура и кудряшки вот эти вот мне нравятся, ну блин. Корни не нравятся. Что мне сделать? Разве что подчесывать или гофре делать тут у корней. Скажу одно, что этот способ мне нравится больше, чем предыдущий. Он более легкий, и тут хотя бы локоны на локоны похожи или на волны. То есть, в общем, форма красивая, одинаковая. Вот такие вот получаются кудряшки. Вау! Мне так идет.
Локоны стали немножко оседать, и мне этот эффект очень нравится. Посмотрим, что будет через несколько часов, так что не переключайтесь. Я через секунду буду через 2 часа. Вы знали, что вы путешественники во времени? Надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии, следующие выпуски. Я пока что настроена на очень много видео с разными способами. Буду делать каждый день какой-то способ накрутки. Надеюсь, что мои волосы выдержат. И вы хотя бы за это поставите мне лайк. Напишите, какой из методов вам понравился больше всего и какой вы, может быть, пробовали. И я не знаю, когда вы будете смотреть это видео, но я создам плейлист, где будут все серии кудряшек разными способами. Так что, может, они уже есть на канале, вам просто нужно зайти вниз в описание и посмотреть в этом плейлисте. Не благодарите, а то подпишитесь, будете ждать, а видео нет и нет. Так что, может, они уже давно есть. Ну, а на сегодня у меня было все. С вами была Лазница Вика. Всем удачных кудрей и хорошего настроения. Пока. Очень буду ждать вас в следующих видео. Ставьте лайк и делитесь этим видео с подружками.